А вот мы и на другую сторону пришли, друзья мои. Здесь такая вот тема есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Театр, храм, водосховище, Громадская спруда, квартал 50, квартал 45, Куртына 13. Но меня больше всего интересует именно театр. В то время, 4 век, ебать. Какой, блядь, театр? Вот он. Оркестра Проскинит Театрон Храм. А здесь уже 6-10 век. Пересекая магистрали страны, запоминая номера дорог, мы, считая столбы, не заметили, как пришел срок, что я сказал свое первое слово. Сейчас я как древний херсонесец присяду на стул 6-10 века до нашей эры. Надо пивасика найти, холодненького треснуть. Театр, да, на месте театра сразу хлоп, короче, храм построен на месте античного театра. А храм они построили на месте античного театра, получается. Но я не собираюсь спорить с вами, я просто играю рок. А вот он я. Все, валим. Севастопольские умельцы делают представление здесь на старом вот этом вот всем. Старом вот этом всем. Делают вот такие вот представления. Античный театр Херсонес. Херсонес. Вот расписание на август 2013 года. А вот здесь вот, в 4-3 веке до нашей эры, лобзали бабки. Здесь делали бабулесы. Денежку здесь. Монетный двор называется вот это вот. Вот такой вот он. Небольшой такой заводик, да? Кстати, над ним даже крышу сделали, чтобы он не пропал. Тут стойки поставили. Это же уже получается, как экспозиция идет. Накроют его. Вот так вот выглядит вообще весь Херсонес. Вот так. Вот сколько всего тут было. Смотрите, везде. Вот. И мы находимся сейчас, как нам сказали, вот тут. Вот. Вот монетный двор. Третий. Вот такой здесь город. Нереально круто. И ты сказал последнее слово, и ты спел последнюю песню. Кончились силы, и ты вернулся домой. Лететь под глазами нехилые нервы, не траурный марш, забывший дорогу домой. Не ранен, а пылит, как пуля, как дождь, так не бой.